Сегодня к нам приезжали представители UNAIDS, и это была крайне интересная лекция, крайне интересные игры. И также, конечно, мы затрагивали проблемы торговли людьми в контексте ВИЧ-СПИДа. Показывать с разных сторон любую проблему всегда важно, особенно такая проблема, которая достаточно сложно воспринимается в обществе, как торговля людьми. Комплексный подход наиболее эффективный, как, например, когда мы, работая с людьми, которые стали объектами торговли людьми, будем, соответственно, учитывать все факторы медицинской помощи, связанные с ВИЧ. Сегодня мы пообщались с представителем ПРООН. Он нам рассказал немножко об организации, о ее специфике и о связи цели устойчивого развития с торговлей людьми.